Исаия, 60 глава, 1 стих. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобой. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народа, а над Тобою Африка, Южная Африка, Россия. Воссияет Господь, и слава Его явится над Тобой». Бог здесь обращается к Израилю и говорит: «Вы столкнулись с ковидом, со многими великанами и трудностями, и в первую очередь вам нужно изменить свое видение. Во-вторых, изменить свои ожидания. В-третьих, изменить свой взгляд. И в-четвертых, изменить отношения. А в-пятых, изменить действия. Я хочу, чтобы вы подняли руку и сказали: «Я не жертва». Аминь. Скажите это еще раз: я выбираю не быть жертвой во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня мы поговорим о Данииле и его трех друзьях. Если помните, в возрасте 16 лет Даниила взяли в плен в Иерусалиме и продали в рабство в Вавилон. И мы знаем, что было с его жизнью с этого момента. Даниила, Сидраха, Мисаха и Авденага взяли в плен в 16 лет. Они были жертвами торговли людьми. Торговля людьми — это одна из огромных проблем современного мира. Итак, Даниил и эти трое друзей стали жертвами торговли людьми. Затем их сделали евнухами и поставили в прямое подчинение царю чужой страны, безбожному Навуходоносору. И мы с вами уже говорили о том, как Даниил смог подняться на вершину, несмотря на все трудности, все скорби и то, что он оказался в чужой культуре. Он сделал это вопреки всему. Несмотря на свое положение, Даниил и его друзья решили, что не будут жертвами политической системы. Аминь. Я верой вижу, что там сидит много молодых людей. Итак, один из ключевых стихов в первой главе Даниила звучит так: «Но Даниил решил не осквернять себя». Это очень важно. Возможно, на следующей неделе я расскажу вам о 12 главных уроках, которые я преподал своим детям. Урок номер один, который они слышат каждую неделю, это «Жизнь несправедлива». Люди несправедливы, но Бог справедлив. Поэтому соберитесь и идите дальше. Вы можете быть хорошим человеком, но не попасть в команду. Или не получить работу. Но вы не должны позволять тому, что случилось с вами, определять вашу судьбу от Бога. Вы должны стать еще более решительными, как Крейг. Если вы не поступили в мединститут с первого раза, то вы можете пойти изучать что-нибудь другое. И через 7 лет его наконец-то приняли в мединститут. Вот это упорство. Он не забросил свою мечту лишь потому, что кто-то не хотел допустить его к учебе. Мне не важно, что говорят люди. Для меня важнее то, что сказал Бог. А Бог говорит: если Бог за вас, то кто может быть против? Невозможно удержать Божьего человека внизу. Сливки всегда всплывают наверх. Неважно, что с вами случилось, Библия все равно говорит: если Бог за вас, то кто может быть против? Это означает, что Бог будет продвигать вас даже там, где есть расизм. Обязательно было говорить вот об этом, а? Да. Зачем проповедовать то, что сейчас не совсем актуально? И вам нужно подняться и быть лучше, чем несправедливость и то, как люди к вам относятся. Лучше, чем недоброжелательность людей по отношению к вам, потому что внутри вас тот, кто больше любого человека в мире. Если вы верите в это, то встаньте на ноги и прославьте Господа. Послушайте, это очень важно. Даниил и его друзья
решили не осквернять себя. Притчи 4 глава 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Слово «источники» можно также перевести как «границы», «горизонты» и «масштабы» вашего будущего. Аминь. Аллилуйя. Поэтому сатана будет делать все возможное, даже подстраивать какие-то ситуации на работе, чтобы огорчить вас. Но мы отказываемся огорчаться. Мы становимся лучше. Мы отказываемся быть сбитыми с ног. Мы снова поднимаемся. Мы отказываемся лежать. Мы поднимаемся. Мы отказываемся забывать о своих мечтах из-за какой-то политики, из-за какого-то тренера. Мы продолжаем двигаться вперед, даже в чужой культуре. Аминь. Говоря о культуре, я имею в виду не только политический климат, но и культуру семьи, культуру определенной расы, культуру бизнеса. Несправедливость есть везде. Жизнь несправедлива, а Бог справедлив. Аминь. Я сказал, Бог справедлив, и Бог приведет вас к вашей судьбе в нужное время. А вы хотите мне сказать, что у Бога нет силы, чтобы поставить вас именно туда, где вы должны быть, несмотря на то, кто вам противостоит, несмотря на дьявола, на какие-то комитеты, решения и сопротивления? Библия все равно говорит, если Бог за вас, то кто может быть против? Бог поработает с вашими врагами, и они сами упадут вам в ноги. Даже те, кто поработил вас, однажды сами будут отчитываться перед вами. Если вы будете хранить свое сердце, это очень важная тема для молодых людей. Когда меня взяли на работу, мой пастор сказал, «Ты не совсем тот, кого я хотел, но только тебя я мог себе позволить. Мне платили в 6 раз меньше, чем другому». Но я был правильным выбором, выбором от Бога. Неплохое начало работы. Когда вам говорят, что хотели взять не вас, Давида тоже не сразу хотели помазывать, так что я в хорошей компании. Аллилуйя. Возможно, и вас не хотели брать. Возможно, вы лучше играете в футбол, но в команду не попали. Это не страшно. Чем раньше вы поймете, что жизнь несправедлива, тем лучше. Вы не можете просить папу разбираться во всех ваших проблемах. Вам придется научиться тому, что в жизни много разочарований. Я не пытаюсь быть негативным. Я хочу сделать вас огнеупорными, чтобы в тот день, когда вы столкнетесь с разочарованием, ну вот вы ожидали повышения, вы были лучшим кандидатом на эту должность, но не получили ее. И что вы будете делать? Вам придется смириться с этим. Это означает, вам придется втянуть свой живот, как в последнее время приходится делать мне из-за карантина. Вам придется втянуть живот, расправить плечи, посмотреть проблеме прямо в глаза и продолжать идти дальше. Думая при этом, ничего страшного, невозможно удержать человека Божьего от его судьбы, невозможно удержать Божьего человека от его предназначения. Если вы верите в это, то прославьте Господа и скажите громко «Аллилуйя». Итак, мы говорили об уроках, которые я преподал моим детям. Номер один — жизнь несправедлива, смиритесь с этим, друзья мои. Чем дольше вы плачете, тем дольше вы будете свыкаться с мыслью о том, что жизнь несправедлива.
Может быть так, что люди, от которых вы ожидаете благословений, могут быть использованы дьяволом, чтобы сбить вас с пути. Проклят человек, надеющийся на человека. Сфокусируйте свой взгляд на Иисусе. Доверяйте Богу. Бог может то, чего не может ни один человек. Бог может продвинуть вас в неожиданном месте, потому что на вас Его благоволение. Я призываю вас молиться в эти дни о необычайном Божьем благоволении на вашей жизни. Вся наша церковь молится об этом. Бывает благоволение, а бывает необычайное благоволение. Я считаю, что сейчас время необычайного благоволения для церкви. Аминь. А вы должны в это верить. Ожидайте необычайного благоволения от Бога. Итак, Даниил и его друзья решили не осквернять себя ни внутри, ни снаружи. Они решили не осквернять себя в этой несправедливой ситуации. Можно читать Библию как сказку, но представьте, что вам 16 лет, вас поймали и отправили в другую страну, где вы стали одним из пленников царя. Еще вас будут испытывать. Если вы пройдете испытание, то останетесь жить, а если нет, то умрете, и вам ничего не остается, кроме как молиться и верить Богу. Иногда мы просим продвижения, но мы к нему не готовы. И некоторым из вас, чтобы попасть в дворец, нужно пройти такой путь, где вы научитесь умирать. Умирать для своего эго. Особенно, если вы очень талантливый человек. Бог показал мне видение. Я расскажу о нем, но не буду вдаваться в детали. Бог показал мне пружину, а потом человека, который стоял надо мной и давил на эту пружину вниз. И Бог сказал это время, когда мне нужно поработать над тобой. Прямо перед тем, как я смогу выпустить тебя туда, куда я запланировал. И сейчас я использую этого человека, чтобы формировать в тебе характер, чтобы когда ты займешь влиятельное положение, ты говорил от моего имени, а не от своего. Как многие из вас, я тогда думал, я буду Божьим служителем, и у меня есть власть и сила для этого времени. О, я всем покажу. А Бог отправил меня в Лидебран, вначале в кофейню, где я делал сэндвичи и хот-доги, а потом был Лидебран. Я приехал в Лидебран, полный огня Божьего, веры и видения. А кто из вас знает, где находится Лидебран? Итак, я приехал туда, сидел в машине, читал Библию, готовился к евангелизации, которая заняла у нас ровно полчаса. Потом я уехал домой и сказал себе, Бог никогда не пошлет меня в такое маленькое место. И Господь услышал меня и сказал, «Ага, придется поработать над тобой, парень». Придется разобраться с твоим эго. Уверенность — это хорошо. Но если в собственных глазах вы больше Бога, то это уже проблема. Если ваше мнение важнее мнения Бога, то вас ждет катастрофа. Послушайте меня внимательно, потому что я говорю о вашем будущем. Вы сидите сейчас в Малави, в Кении или в России. Кстати, у нас запланирована огромная конференция в России. Молитесь о ней. Это возможность, которую дал нам Господь. Я даже не думал о России. Но Господь взял и открыл эту дверь. Это просто удивительно. Я теперь проповедую еще и на русском. Итак, представьте, они в Вавилоне, в плену. В Вавилоне, да еще и в плену. Меня никогда не продавали в рабство. Но когда я начал работать в кафе, которое мы открыли по благодати Божией и в силе Святого Духа, мы планировали его как место для евангелизации. В пятницу и в субботу вечером мы проводили мероприятие под названием «Орлиное гнездо». Я молился и постился, и Бог дал мне эту идею. Мы открыли кафе лишь для того, чтобы приводить людей к спасению. А потом мы передавали их командам, которые занимались ими. Однажды вечером мы сидели,
на лидерском собрании, и одна француженка по имени Марш де Жордо предложила, «А почему бы нам не сделать из нашего кафе бизнес?» Пастор согласился и назначил меня управляющим. Я управлял им. Это означает, что я сам делал хот-доги, гамбургеры и сэндвичи. Это была моя тюрьма. Вы понимаете? Я понимаю, что некоторые из вас мастерские повара, но это не мое. Я не мастер-шеф. Я могу приготовить яйцо, ну или тост, и все. И вот я не проповедовал, а в послушании лидерам делал гамбургеры, хот-доги, вафли. А в обеденное время у нас собиралось 60, иногда 70 человек. Я так это ненавидел. Очень часто я думал, что я здесь делаю. Я мог бы просто заниматься бизнесом и отдавать десятину. Я впустую трачу свое время. Но Господь знал, что мне это будет полезным, потому что эту Бошафу нужно умереть. Ему нужно было забыть о своем эго. Ему нужно было забыть о своей важности. Ему нужно было забыть о том, что ему все должны. Ему нужно было стать слугой в руках Божьих, чтобы не я диктовал Богу, а Он руководил моей жизнью. Мне нужно было научиться хранить мое сердце, чтобы ничто не могло меня обидеть. Многие люди спрашивали меня, «Что ты здесь делаешь? Ты же призван быть евангелистом!» Но, слава Богу, я остался. Ненавидел, но остался. Люди думают, что служители занимаются только интересными вещами, например, проповедуют по воскресеньям. Я отработал так, как следует, с понедельника по воскресенье. Мы не из тех, кто только сидит и киснет. Возможно, я кажусь вам немного усталым, но я активно занимался церковью во время этого карантина. Я посвятил этому последние 8 месяцев. Да, мы иногда устаем, но, как говорил Павел, это не означает, что мы слабы. Мы стали еще сильнее и решительнее в том, чтобы опустошать ад и заселять небеса. Аминь. Когда мы устали, мы не летим на Гавайи, мы занимаемся делом. Мы любим отдыхать, но сейчас у нас есть дела. Бог помогает нам справляться с усталостью. Но если вы выглядите так, будто бы только что вернулись из отпуска, то я не знаю, что вы восстанавливаете. Итак, Даниил попал в плен в Вавилон в 16 лет. Это было против его воли. Он попал в деспотичную культуру, но сумел подняться выше других. Книга Даниила, 1 глава, 9 стих, говорит так. «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». Реальность такова. Чтобы продвигаться вперед, вам нужно благорасположение Бога и людей. Спасибо за три «да». А остальные думают, я каким-то волшебным образом попаду на самую вершину. Но вы ленивец. Вы просыпаетесь в 10 утра. Вы не дисциплинированы. Вы только и знаете, что жаловаться. Так вы ни к чему не придете. Вам нужно расположение Бога, а также расположение людей. Вам нужно, чтобы Бог расположил к вам филистимлян или вавилонского правителя. Вам нужно, чтобы Бог расположил к вам того, кто принимает решение. Когда вы подаете заявку на участие в тендере без взяток, то вам нужно, чтобы Бог повлиял на принятие решения. Вам нужно, чтобы Бог ослепил армию ассирийцев и дал вам сверхъестественное благоволение во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Всю свою жизнь я видел необычайное Божье благоволение. Помню, когда мы хотели купить в Ледибрэ землю для постройки здания. Весь горсовет был против этого. Но Бог использовал одного человека из горсовета, который даже не был христианином.
Он сказал, «Как можно отказаться от такого предложения, если вы позволяете другим церквям покупать землю?» Они пытались сказать ему, «Ну, это секта. Я ничего не знаю о сектах. Я знаю, что они называют себя церковью, а это означает, что к ним нужно относиться так же, как ко всем остальным церквям. Бог вмешался через неспасенного человека, и нам продали землю. Затем мы построили здание в том городе, который был против нас. Вы слышите? И таких историй у меня сотни. В армии Бог вмешался через сержанта. Меня выбрали для подготовки в командный состав. Для этого выбирали троих лучших солдат. И в следующем году я был в тройке лучших. А капеллан меня не взлюбил, потому что я всех приводил к Иисусу и крестил во Святой Дух. Помню, однажды мы молились, а я никогда не был тихим. Я встал на колени у кровати и начал... Это все, что я знал. Я начал молиться на языках. Я думаю, что все так делают, а все смотрели на меня большими глазами. И тут я спросил, «А вы тоже так хотите?» Некоторые сказали, «О, да». Я отвел их в комнату для глажки, они подняли руки и исполнили Святого Духа. Потом меня отправили в распоряжение. Обычно это делают, чтобы избавиться от человека. Но я пришел к полковнику и другим командирам. Дух Святой дал мне смелость. Все они были чем-то занятым. Там был и тот капеллан, и вдруг один человек встает и говорит, «Сначала я скажу это на родном языке, а потом уже на африканс». Он говорит, «Не назначайте его так высоко». Так Бог вмешался через неверующего человека. Бог дал мне благорасположение, потому что я принял решение следовать за Богом. Если вы стоите за Бога, Бог будет стоять за вас. Даже в самых невероятных ситуациях, где люди хотят избавиться от вас, знайте, что Бог — ваша защита. Бог проложит путь для вас. Бог будет продвигать вас. Люди будут пытаться задержать вас, но у них ничего не получится. Если Бог что-то задумал, то так и будет. Скажите «Аминь», если верите в это. Вы должны знать, что мудрость приходит от Бога. Когда Соломон стал царем, он молился о мудрости. «Нам нужен Бог. У нас не будет великого будущего без Бога. Это невозможно. Люди уже все перепробовали. Вся наша страна ищет ответы. Люди ищут ответы и тут, и там. Но лучшее решение, которое вы можете принять, это принять Иисуса в свое сердце. Правда? Поэтому склоните свои головы и закройте глаза». Пожалуйста, соблюдайте тишину, оставайтесь на своих местах. И ответьте мне, если бы вы сегодня умерли, вы точно знаете, что вы попали бы на небеса? Вы можете сказать, что вы рождены свыше? Или вы все еще не уверены в этом? Возможно, произошло что-то, что расстроило вас, вызвало в вас горечь, и вы отошли от Бога. Этот коронавирус многих уже достал. Он сводит людей с ума, и это факт. Вы не случайно смотрите меня сейчас. Вам нужно вернуть себе мир и спокойствие. Вам нужно принять Божие прощение и простить тех, кто согрешил против вас. Это два обязательных шага. Итак, где бы вы сейчас ни были, тысячи смотрят нас в различных местах. Тысячи собрались перед телевизором. Если вы думаете, мне нужно новое начало с Богом, мне нужно отдать мою жизнь Иисусу, я хочу вернуться к Богу и подчинить Ему всю мою жизнь, прислушайтесь к своему сердцу, забудьте о тех, кто сидит рядом. Иисус стоит у дверей вашего сердца и стучится. А вот с чего все начинается. Если вы хотите примириться с Богом, то тихонько поднимите руку и покажите мне. Давайте, поднимайте. Скажите «Да» Иисусу. Поднимайте руку. О, спасибо. Пусть Бог благословит вас. И вас тоже. Да, я вижу множество рук. Спасибо вам. И вам спасибо. Пусть Бог благословит вас.
Мы не можем вызвать вас вперед из-за этого демонического вируса, а теперь положите руку на сердце и повторяйте за мной. Бог все слышит, Он рядом с вами. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Спасибо за новое начало. Мне нужно Твое прощение. Будь милостив ко мне. Господи, спаси меня. Я верю, что Ты — Христос. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Сегодня я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Во имя Господа Иисуса Христа я молюсь. Аминь». Сотни из вас произнесли эту молитву, и мы хотим поздравить вас аплодисментами. Это лучшее решение в вашей жизни.